первых числах ноября в Подпорожье на улице Волкова возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Свирь» и комплекса девятиэтажек велись ремонтные работы. Подрядчик, производственный кооператив «Энергия», без разрешения на производство земляных работ начал прокладку кабельной линии для подстанции. В результате местами было сильно повреждено дорожное покрытие, и теперь машины вынуждены объезжают этот участок по тротуару. Начальник ДРСУ Ладейного поля должен восстановить асфальтовое покрытие, и на эти цели потребуется около 40 тысяч рублей. Срок исполнения работ до 20 июня следующего года, так как зимой проводить подобные работы нет возможности. Диспетчерские службы Комитета по дорожному хозяйству готовы к приему заявок жителей. В связи с наступлением зимы и ухудшением погодных условий дорожные службы Ленинградской области переходят на особый режим работы. Диспетчерская служба Комитета по дорожному хозяйству круглосуточно принимает заявки жителей по жалобам на содержание региональных дорог по телефонам, которые вы видите на экране. Если тема вопроса касается содержания дорог и указанная в заявке дорога относится к региональным, заявка оперативно рассматривается и передается на исполнение подведомственным районным дорожным строительно-ремонтным и строительно-эксплуатационным управлением. Заявки и телефонные звонки принимаются в случае необходимости. Убрать снег, ликвидировать гололед, отремонтировать аварийные ямы. Также восстановить или поменять дорожные знаки на пешеходных переходах, восстановить работу светофоров, подсыпать, укрепить, выровнять гравийные дороги. Хрустальными называют детей, страдающих несовершенным остеогенезом. Их косточки настолько хрупкие, словно хрустальные. Это врожденная аномалия костной системы ребенка, при которой костная ткань формируется такой слабой, что переломы возникают при малейшем усилии. Ну а во всем остальном это обычные дети. Умные, любознательные, добрые. В Подпорожье живет один из таких хрустальных детей. Зовут его Вова Яковлев. Ему 10 лет. Мальчик учится в 3 классе. И находится на домашнем обучении. В свободное от учебы время он рисует, занимается лепкой, играет в любимые игрушки. И как все современные дети, очень увлекается компьютерными играми. Он очень общительный, открытый и эмоциональный ребенок. Вова не может ходить в силу своей болезни, но хорошо ползает, отжимается от пола и в борьбе с огромным лохматым игрушечным медведем всегда становится победителем. Вова посещает Подпорожский социально-реабилитационный центр «Семья» с 3-летнего возраста. Сотрудники центра говорят, что Вова очень позитивный, солнечный ребенок. Он участник многих выставок и конкурсов, проходящих в нашем городе. Последняя работа, которую Вова сотворил с помощью своей мамы Юлии, получилась наиболее интересной и сложной. По инициативе губернатора Ленинградской области при поддержке правительства 27 декабря этого года в Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее состоится новогодний бал с благотворительным аукционом сувениров и поделок детей-инвалидов. Вовина работа – новогодняя елка. Все лето мама и Вова собирали природный материал – сосновые шишки. И уже из них они вместе сделали красивую, высокую новогоднюю елку. Затем украсили ее специальной лаковой краской, а также всевозможными бантиками и маленькими шишечками. Новогоднее дерево получилось сказочным. Эту замечательную работу не стыдно выставить на аукцион. И от Подпорожского района выбрана именно эта красавица – новогодняя елка. Ну а для Вовы Яковлева это очередной шанс поучаствовать в еще одном конкурсе и, возможно, стать победителем. Здорово, Дневали, уважаемые господа подпорожцы! Сегодня у нас второй выпуск нашей телепрограммы «Люба». И мне приятно начинать с того, что мы подводим первый конкурс нашего казачьего сайта «Свир-атаман.ру» о проведении конкурса, посвященного Дню Матери. День Матери – это один из традиционных казачьих праздников. А так, как мы проводили фотоконкурс на лучшую семейную фотографию, то у нас по итогам конкурса, на который откликнулось более 700 человек, прислало несколько сотен фотографий. Конкурс проходил наш, как бы сказать, с некоторыми сложностями, так как мы проводили это наш был первый конкурс на нашем сайте. И за нашу победительницу
Берникову Марию и ее семью проголосовало более 400 участников нашего сайта. Сегодня мы вручаем нашей победительнице Берниковой Марии сертификат на фотосессию, которая будет проведена в фотостудии «Лук» нашим спонсором, и также цветы. Для вручения сертификата мы пригласили ее мужа и старшего сына. Добрый день. Спасибо вам за участие в нашем конкурсе. Разрешите вам вручить сертификат на участие в фотосессии, а также передашь маме цветы от всех казаков Подпорожья и Выкигры, лично от атамана Черного. Спасибо большое. Спасибо еще раз всем друзьям, кто за нас проголосовал. Уважаю благодарность огромную. Будем надеяться, что на дальнейших конкурсах мы также завоюем призовые места. С остальными поделимся обязательно. Друзьям спасибо. Вам огромное спасибо.